Всем привет! На просторах интернета появилась новая игра, посвященная мультсериалу «Время приключений». Называется она «Битва партий». Мой сегодняшний обзор будет про эту игру, которая, вероятно, понравится не только поклонникам мультфильма. Ведь, судя по всему, это не просто одиночная игра, а полноценная браузерная, со всеми отсюда вытекающими последствиями. Судя по резюме игры, участвовать в битве могут 6 игроков одновременно. Ну что, начнем? Для начала выберу игру как гость. В принципе, если вы настроены серьезно, то можете зарегистрироваться. Начинаем. Нам предлагают пройти туториал, чтобы ознакомиться с главными фишками игры, что мы сейчас и сделаем. Привет. Нужно выбрать характер. Хотя... Как выбрать характер? Финн. Только на текущий момент, вероятно, открыт только Финн. Вот здесь другие персонажи закрыты. Нам недоступно. Возможно, гостю это недоступно. Если вы зарегистрируетесь, то здесь сможете выбрать других героев мультфильма. Ладно. Проверим. Гость. Фильм. Графика довольно-таки симпатична. Понятно, понятно. Управление на мышке, левая кнопка перемещения. Также левая кнопка это атака. Как вы заметили, снизу иконки отображены. Это нажимая на клавишу кнопки, можем выбрать один из трех суперударов. Энергия восстанавливается автоматически, регенерация нашего персонажа. Кнопочка B – это уровень поднять. Мы можем, как я понял, поставить автоматически. Повышение уровня. Что сейчас и сделал. Атаку нам увеличили и жизнь. Это жизнь. Это атака. О, наши союзники. Войска, так сказать. Гномики пошли воевать. Поможем им. Башню врага. Уровень еще не набрали. База противника. Мы ее разрушили и победили. В общем, я думаю, вам понятна суть игры. Следующий обзор я сделаю, опишу более подробно эту игру, если появится время. Всем пока!